Центральные улицы Севастополя украсят новыми цветочными композициями. Озеленением города-героя занимается государственное бюджетное учреждение «Парки и скверы». По словам руководства, на летний сезон планируется высадить порядка 4 видов петуний. Работы по озеленению идут активно. Сейчас с цветочными композициями уже оформлен Приморский бульвар. Оформлен синопский спуск, лестница синопская, восстановлены чаши вазонов, посажены в них цветы, и сам орнамент был выбран Андреевский флаг. Большое количество работ именно по подготовке проводится, почва достаточно жесткая, мы ее приходится несколько раз перекапывать, чтобы с ней было более проще работать, и необходимо внести подкормку растений. Часть есть затруднений, которые выдаются. К сожалению, в некоторых участках мы разрабатываем новые цветники, которые ранее не были сделаны. Александр Федяков отметил, что цветы продолжат высаживать на улице Ленина и на площади Ушакова. Также будут оформлять и другие части нашего города, включая основные проездные кольца. Работы по посадке растений будут проведены до Дня России 12 июня и Дня города 14 июня.